надо сделать все так, чтобы было хорошо сегодня, здесь и сейчас. Где бы я хотел жить? Мне хорошо сейчас. Я бы был неплохим помещиком просвещенным. Но хочется найти хоть какой-то мирный кусочек где-то. Спокойный кусочек истории. А как покопаешься, ну все там не складывается тоже. А протестовать одним пайки распределить или другим клеймом? Знаете, вот мне в какой было бы эпохе хорошо? Я человек ленивый. Я человек, который все, что я сделал в своей жизни, я сделал от борьбы с собственной ленью. Итак. Я даже в КПСС не вступил. Не потому, что я был мужественный, а потому, что мне была лень. Лень меня уберегла от многих отвратительных поступков. Поэтому лень – это совершенно удивительное качество для интеллигентного человека. Ленись. Но я на самом деле трудоголик. На самом деле. Но это все от того, что я помню мою ленивую юность. Я в это время бы совсем не хотел вернуться. Совсем. В нем столько боли, столько тоски и столько унизительного в этом времени. И в нем столько хорошего, там, твоя любовь первая, твои роли первые, потери твои первые. Ну, это же никогда не повторяется. Но это вопросы просто к особенностям того, как время поэтизирует факты. Мы вместе. В этом сила. Я не могу бросить в это время камень, потому что я тогда бросаю камень в озеро собственной жизни. И начинают расходиться большие круги. В моем случае одно рукопожатие до такого количества людей, до самых фантастических людей 20 века. Если я, например, в хороших отношениях с режиссером Наумовым, то значит я здоровался со Сталиным, и здоровался с Хрущевым, и с Брежневым, и с кем ты хочешь. А как же мыло, масло, сахар? Я же вам сказал, пошли вы делать! Первая послевоенная разрешенная поездка в Англию советских писателей. Вот они, значит, едут в Англию, приходят из посольства, говорят, сегодня мы идем в библиотеку, в которой работает библиограф, который помнит Владимир Ильич Ленин. Общается. Скажите, пожалуйста, вы помните Владимира Ильича Ленина? Да, занятный был господин. Он все время брал книги, и я страшно волновался, потому что я видел, что он все время по ним что-то черкает карандашом. А когда он возвращал, книги были чистые, у них ничего не было. Большую паузу выдержал. Скажите, пожалуйста, а как сложилась его дальнейшая судьба? Вот эту историю, которую вы смотрите сегодня, в этом нет идеологии, в этом есть уважение к времени. Даже не к времени, к конкретным прожитым жизням людьми. Вот и все, очень простая история.